Песня русская — это просторы, по которым всю жизнь нить. Это батюшка дом у Ростова, это матушка Волга в пути. Песня русская — это пастуший, росный, радостный, ранний рожок. Только сядь на минутку, послушай, ты заслушаешься, дружок. Песня русская — не галашенье, не дебош, не надрывная грусть. Это тихое разрешенье. Рядом сядь и в глаза заглянусь. Все она своим сердцем объемлет, ей и 20, и 1000 лет. Песню русскую, русскую землю так люблю, что и слов больше нет. Добрый день, уважаемые зрители! Рады видеть вас на галоконцерте первого областного конкурса русской народной песни «Вересин», который открыл сейчас фольклорный ансамбль «Белые росы» Сахалинского колледжа искусств, руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Сахалинской области Елена Олешко. Благодарим ансамбль «Белые росы» за участие в нашем проекте и надеемся на продолжение творческих отношений. Спасибо. Более 200 участников собрались со всего Сахалина, чтобы поделиться с нами своим творчеством, исполнить любимые всеми народные песни. И уже сегодня мы узнаем имена победителей и призеров конкурса. Но прежде мы предлагаем вспомнить некоторые выступления из конкурсной программы. На сцене Игорь Мальцев, районный дворец культуры, город Аха. Русская народная песня «Вдоль по Питерской». Селочком, я пирушки пыла, а во беседушке я пила молода, да, сладкую водочку, за наливочкой, так я пила молода, да, из полуветра. Лед трещит. Да не комар пищит, это кум-да-кум, да судокаташь. Ой-ой-ой! Кумушка, да ты голубушка, свари куму сюда-то, чтобы юшка была. Ой-ой-ой! Юшечка и Петрушечка, поцелуй, да ты меня, да кума-душечка. Поцелуй. Кума душечка. Какая бы тень ни набежала на вашу жизнь, посетит ли вас тревога о судьбе России? Придут ли к вам мысли черные
о вашей личной судьбе или просто жизнь покажется несносной. Вспомните о русской песне и прислушайтесь к ее тихому, древнему, мудрому голосу. И не думайте, что песня есть детская забава, несерьезное дело для умного человека. Ведь русская народная песня как цветочек, и не тот, который растет на клумбе, а как полевой цветок, который сам обсеется, укоренится, сам листочки выгонит, божьим солнышком согреется, божьей птичкой опоется, божьей пчелке свой нектар отдаст. Вот она какая, наша русская народная песня. Встречайте, вокальный коллектив «Сударушка», руководитель Елена Кабакова, концертмейстер Екатерина Ляхова, сельский дом культуры, село Углезаводск. Слова народные, «Ромашка». Колокольчик голубой обещал ромашке и век ее любить, обещал ромашке росу и подарить. Эх, любит, не любит, к сердцу прижмет, плюнет, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашке, с кем рядом стоять, все равно ромашке, чем вас и принимать. Сорвали колокольчик, а он ей росу бросил на прощание, как прощальную звезду. Обещал ромашке и век ее любить, обещал ромашке росу и подарить. Эх, любит, не любит, к сердцу прижмет, плюнет, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашке, с кем рядом стоять, все равно ромашке, чьи ласки обещал ромашке и ветер ее любить, обещал ромашке росу ей подарить. Эх, любит, не любит, к сердцу прижмет, плюнет, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашке, с кем рядом стоять, все равно ромашке, чьи ласки принимать. Эх, любит, не любит, к сердцу прижмет, плюнет, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашке, с кем рядом стоять, принимать. Казачество участвовало во всех без исключения вооруженных конфликтах, в которых была занята Российская империя. Поэтому военная казачья песня – многогранный пласт песенной культуры. На сцене Анатолий Толмачев, концертмейстер Олег Сальников, город Южно-Сахалинск. Военная бытовая песня донских казаков «Служба ли, матушка?» А служба ли, моя тушка, а ли тебе надоела, а ли заболела, заболел твой добрый конь? Е-е-е, служба ли, моя тушка, а ли тебе надоела, а ли заболел твой добрый конь? Конёк мой, дай я убрать службы, да не бои,
Лица он здоров и весел, гром и горжетелее боль. А конь гидоя образ службы да не боится. Он здоров и весел, гром и горжетелее. Ой, здоров, весел, а он громко ржет. Я ти, ой, да казака, и ох, и на горе бяль. А коня здоров и весел, а он громко ржет. Ай да, ох, и на горе бяль. Ой, да казака, ей ох, и на горе бяль. Я ти, что казак на слове уже безует. Ой, да казака, и ох, и на горе берет, что казака на слуе уже бицу идет. Что казака на слуе уже бицу, да он идет. Ой, да за собой ага, коня пядет ей. Что казака на слуе уже бицу, да он идет ей. Ой, да за собой ага, коня пядет. Ой, да за собой я коня душу ведет, ей-ей-ей. Ой, да коня копыет, ай, землю бьет, ей-ей-ей. Ой, да за собой я коня душу ведет, ой, да коня копыет, ай, землю бьет. Народный вокал на ансамбль «Надежда», руководитель Людмила Иовлев, концертмейстер Тимофей Волков, городской дом культуры «Родина», город Южно-Сахалинск, русская народная песня «Шел со службы казак молодой». Thank you.
русской народной песни уходят в седую древность. Уже в начале первого тысячелетия нашей эры греческие, римские и арабские историки с восторгом писали о славянских песнях, а самих славян называли песнелюбцами. И эту самую любовь к песне наши люди проносят сквозь года и радуют всех своим оптимизмом и неиссякаемой энергией. Анатолий Цифрун, руководитель «Надежда Хмарская», концертмейстер Тимофей Волков, село Троицкое. Исполняет «Гармошечка». Гармошечку в руки возьму, знать печаль мою все ни к чему. Ты, гармошка, послушай, успокой мою душу, я покрепче тебя обниму. Ты, гармошка, послушай, успокой мою душу, я покрепче тебя обниму. Расскажу, как тоскует душа, расскажу я тебе не спеша, как влюбился сердечно, расскажу я, конечно, как зазноба моя хороша, как влюбился сердечно, расскажу я, конечно, как зазноба моя хороша. Как увижу ее, моя стынет кровь. Жаль, что поздно, друзья, я встретил любовь. Было Богу угодно, жизнь моя не свободна. Да вот к ней я спешу вновь пивно. Было Богу угодно, жизнь моя не свободна. Да вот к ней я спешу вновь пивно. Моя не свободна, да вот к ней я спешу вновь и вновь. Было Богу угодно, жизнь моя не свободна, да вот к ней я спешу вновь и вновь. Моя не свободна, да вот к ней я спешу вновь и вновь. Юлия Гоголева, руководитель Людмила Иовлева, концертмейстер Тимофей Волков, городской дом культуры, родина, город Южно-Сахалинск, русская народная песня «Я на горку шла». Шалы, все жало мне слово.
что гриву гала, а не видишь, умолилась, умолилась, остав дело, умолилась, умолилась. Ах, Фенюшка, просто Фенюшка, а не видишь, умолилась, умолилась, остав дело, умолилась, умолилась. Не наелась до сыта, умолилась, умолилась, умолилась. Нам тело умолилась, умолилась. Не наелась до сыта, с медом я плясать пошла. Умолилась, умолилась, умолилась. Нам тело умолилась, умолилась. А не видишь, умолилась, умолилась. Шумят рябины, каждый слушать их готов. Сколько песен у России, столько вопали цветов. Кто сложил ее, не знаю, сколько песен. Все добры. Песня с детства мне родная, и подруга, и сестра. А слова ее просты, душу трогают до слез. Сколько песен у России, столько в рощицах берез. Песни русские такие, что охота подпевать. Сколько песен у России, никому не сосчитать. Татьяна Чемель, район и дворец культуры, город Аха. Музыка и слова народные, топится в огороде баня.
Валерий Тоцкий, руководитель Владимир Боженко. Крабозаводской дом культуры «Утро Родины», село Крабозаводское. Музыка «Народные слова Некрасова». «Коробейники». Нам память о людях, их жизни и переживаниях. Самые разные темы нашли свое отражение в музыке наших предков. Вашему вниманию народные песни, исполняемые акапелла. Что может быть красивее и прекраснее? Дуэт в составе Анна Мирошниченко и Светлана Тоцкая, руководитель Владимир Боженко, Крабозаводской дом культуры «Утро Родины», село Крабозаводское. «Грешный человек», духовная песня. Как ходил же грешный человече, и он по белому свету. Как ходил же грешный человече, и он по белому свету приступили грешну человеку к яму добрые люди приступили
грешну человеку, к яму добирає люди. Что ж тебе надо, грешный человече? «Радостея», руководитель Любовь Позднякова, Центр народной культуры «Радуга», Плесовая Белгородской области, «Ты не стой против меня». Пошла в огород, пошла
Сегодня вокальный ансамбль. Центральный районный дом культуры юбилейный. Руководитель Ирина Иконникова. Поселок городского типа Тымовская. Русская народная песня «Ой, да ты калинушка». Чаще всего песня исполнялась хором. Чтобы так петь, надо было обладать каким-то особым талантом. Собирался хор либо по очереди у каждого из участников, либо там, где было попросторнее. Песни для самих себя занимались одновременно какой-либо неторопливой монотонной работой. Русский народный хор Владимир Прокофьев, культурно-досуговый центр «Мир», город Поронайск. Русская народная песня «Узенький проулочек». Thank you.
Настенька коротенький стан, а в тушке я полюбит, когда я перестал дарить. Зачем жену брал, а лучик обвенчался, с которой гулял Дарина. Мне жена, а у моей соседушки карие глаза Дарина. Нуждается в своем непрерывном существовании. Изучение ее корней и истории, нахождение пути сохранения и развитие этого бесценного опыта наших предков. Отрадно, что наши участники с этой нелегкой задачей справляются, да еще с такой большой любовью своему делу. Народный ансамбль русской песни «Долинушка». Руководитель Татьяна Рогова, концертмейстер Александр Масов, балетмейстер Александр Боев. Центральный дом культуры Долинск. Хуторок. Казачья. Дорога,
откуда где, что же делать парню молодому, ой, пришла девчонка по душе. Что же делать парню молодому, ой, пришла девчонка по душе. Дорогие друзья, мы предлагаем не томить больше конкурсантов ожиданием и волнением по поводу решения жюри о победителях и призерах. Переходим к церемонии награждения. Приглашаем на сцену участников. На сцену преподавателя сольного хорового народного пения, дыши этнос, лауреата областных, всероссийских и международных конкурсов Марию Игоревну Мищенко. В номинации «Солисты и дуэты» возрастная категория от 16 до 24 лет. Диплом второй степени награждается Кристина Шиниман, руководитель Анжела Пиндюк, среднеобразовательная школа номер 8, город Поронайск. Возрастная категория от 25 до 35 лет. Лауреат третьей степени. Татьяна Чемель, районный дворец культуры, город Аха. Игорь Мальцев, районный дворец культуры, город Ака. Возрастная категория от 36 лет и старше. Диплом третьей степени. Дуэт в составе Валентина Галыгина и Наталья Дудка. Руководитель Татьяна Рогова, концертмейстер Александр Масов, Центральный дом культуры, город Долинск. Диплом второй степени. Дуэт в составе
Вера Кокорина и Тамара Антоненко, руководитель «Надежда Хмарская», село Троицкое. Степени. Валерий Тоцкий, руководитель Владимир Боженко, Прабозаводской дом культуры «Утро Родины», село Прабозаводское. Лауреат второй степени Анна Мирошниченко, руководитель Владимир Боженко, Грабозаводской дом культуры «Утро Родины», село Грабозаводское. Лауреат второй степени Светлана Токская, руководитель Владимир Боженко, Прабозаводской дом культуры «Утро Родины», село Прабозаводское. Лауреат второй степени, дуэт в составе Анна Мирошниченко и Светлана Тоцкая, руководитель Владимир Боженко. Юлия Гоголева, руководитель Людмила Иовлева, концертмейстер Тимофей Волков, городской дом культуры «Родина», город Южно-Сахалинск. Анатолий Толмачев, концертмейстер Олег Сальников, город Южно-Сахалинск. Лауреат первой степени Анатолий Супрун, руководитель «Надежда Хмарская», концертмейстер Тимофей Волков, село Троицкое. Спасибо большое, Мария Игоревна. Просим вас стать награжденным и не уходить от нас. Приглашаем на сцену методиста Сахалинского областного центра народного творчества, участницу народного ансамбля казачьей песни «Воля» Татьяну Викторовну Толмачеву. Номинация «Вокальные и фольклорные ансамбли». Диплом третьей степени. Ансамбль народной песни «Сахалинские узоры». Руководитель Надежда Клюева, дом культуры поселка городского типа «Шахтер». Диплом третьей степени. Ансамбль «Воля», руководитель Владимир Боженко, Прабозаводской дом культуры «Утро Родины», село Прабозаводское. Диплом второй степени. Вокальная группа «Ивушки». Руководитель Надежда Хмарская, село Троицкое, муниципальное образование, Анивский городской округ. Диплом второй степени. Вокальный ансамбль «Сударушка». Руководитель Владимир Камышенцев. Районный дом культуры «Октябрь». Город Углегорск.
степени. Ансамбль казачьи песни «Держава». Руководитель Елена Васильева. Концертмейстер Виктор Подшивалов. Анивская централизованная клубная система. Город Анива. Диплом второй степени. Вокальный ансамбль «Позитив». Руководитель Лидия Павлова. Районный центр досуга поселка городского типа Ноблики. Диплом второй степени. Вокальный ансамбль «Россиянка». Руководитель Ольга Захарова. Центральный районный дом культуры «Юбилейный». Поселок городского типа «Дымовская». Аплодируем! Диплом первой степени награждается народный вокальный ансамбль «Надежда». Руководитель Людмила Иовнева. Концертмейстер Тимофей Волков. Городской дом культуры «Родина». Город Южно-Сахалинск. Диплом первой степени. Вокальный коллектив «Сударушка». Руководитель Елена Кабакова. Концертмейстер Екатерина Ляхова. Сельский дом культуры «Углезаводск». Аплодисменты. Диплом первой степени. Ансамбль русской песни «Истоки». Руководитель Ольга Свириденко. Концертмейстер Сергей Мазигон. Анивская централизованная клубная система. Город Анива. Лауреат второй степени. Вокальный ансамбль «Радостея». Руководитель Любовь Позднякова. Аплодисменты! Лауреат первой степени. Сводный вокальный ансамбль Центрального районного дома культуры «Юбилейный». Руководитель Ирина Иконникова. Поселок городского типа «Дымовская». Спасибо, Татьяна Викторовна. Приглашаем на сцену председателя жюри заслуженного работника культуры Сахалинской области, хормейстера и солистку Сахалинского русского народного хора и ансамбля современной народной песни «Русский терем» Ирину Алексеевну Мельниченко. Вам слово. Добрый день, дорогие, уважаемые участники коллективов, добрый день, наши зрители. Как хорошо, что вы нашли возможность прийти сегодня в свой выходной день, оторваться от своих житейских дел и побывать на этом замечательном празднике народной песни. Любой конкурс, какой бы он ни был, певческий, народной песни, академической песни, он имеет свои устоявшиеся традиции, свои шаблоны. Идет по какой-то своей форме, может иногда менять форму, но неизменным остается всегда одно. Остаются таланты, которые вот сейчас стоят на этой сцене, и остается благодарный зритель. Это вы. И сегодняшний конкурс, первый областной конкурс в том формате, в котором он проходит, взял такую свою дорогу. Мы пожелаем этому конкурсу счастливую дорогу, чтобы на этой дороге
росли новые таланты. А они у нас появляются, и это очень приятно. Мы теперь спокойны, что нашу область будут и впредь на конкурсах различного уровня, региональных, всероссийских и международных, защищать такие талантливые, самодеятельные, я прошу заметить, артисты. Спасибо. Самое главное, что у этого конкурса еще появлялись новые таланты и была всегда благодарная публика. Любой конкурс всегда имеет интригу, она сохраняется до самого конца, сохраняется она и у нас. До последней секунды, когда будет объявлено имя самого главного и самого достойного победителя. Спасибо, Ирина Алексеевна. Продолжаем награждение. Номинация «Народные хоры». Диплом первой степени. Народный хор «Русская песня». Руководитель Галина Сарабанович. Концертмейстер Андрей Снегирев. Центральный дом культуры, город Холмск. Степени. Русский народный хор. Руководитель Владимир Прокофьев. Культурно-досуговый центр «Мир». Город Поронайск. По решению жюри и организаторов конкурса специальным призом награждается народный баянист Сахалинской области Тимофей Волков! Награждается народный баянист Сахалинской области Тимофей Волков! Награда первого областного конкурса народной песни «Вересень». Гран-при завоевали в этой творческой борьбе народный ансамбль русской песни «Талинушка». Руководитель Татьяна Рогова, концертмейстер Александр Масов, балетмейстер Александр Боев, Центральный дом культуры город Долинск. Мы поздравляем всех победителей с их заслуженными победами. Отрадно, что призеров сегодня очень много. Также Сахалинский областной центр народного творчества от всей души благодарит жюри конкурса. Аплодисменты! Поющие песни, кровные родственники, близкие душою. Только с песней понимаешь, что мы дети одной родины, что у нас один общий дом – Россия. Мы благодарим вас, дорогие участники и зрители, что провели с нами эти дни. Напоминаем, что все фотоотчеты и более полную информацию о наших мероприятиях, прошедших и предстоящих, вы всегда можете найти на нашем сайте и во всех социальных сетях. Заходите и подписывайтесь. До новых встреч! Всем спасибо!